Сегодня я хочу вас познакомить с одним из представителей отряда пресмыкающихся или рептилий Агамой бородатой. Бородатая Агама обитает в пустынных и полупустынных областях Австралии. Но сейчас она стала уже привычным обитателем наших квартир. Растет она до полуметра. Научились разводить их в домашних условиях. Поэтому к человеку она сейчас относится очень доброжелательно и адекватно. Живет она порядка 10-13 лет. Малыш кушает в основном насекомых. По мере подрастания увеличивается объем растительной пищи. В домашних условиях желательно объем террариума по длине не менее 1,5 метра. Представитель пустынь, влажность ему не обязательна, но тем не менее очень любит купаться. Выращенные в неволе агамы с детства видят людей, поэтому к людям относятся достаточно адекватно и доброжелательно. То есть позволяют себя погладить, узнают хозяев. Содержание, конечно, террариумное, но при желании можно выпустить ее погулять под присмотром по квартире. Летом иногда их выносят на прогулку. В неволе животных можно содержать как одиночно, так и в группах. У молодых особей есть такая интересная особенность. Они в знак приветствия более взрослым особей машут лапком. Иногда могут также относиться и к людям. То есть вы им помахали рукой, она может в ответ помахать лапой, то есть воспринимая вас как более старшего товарища. Ухаживать за ящерицей совсем не сложно, поэтому ящерица эта подходит даже новичкам. Требует обязательно наличие ультрафиолетовой лампы, потому что световой день составляет порядка 12 часов, греющего коврика, то есть место, где ящерица может погреться, и отсутствие сквозняков. Не стоит бояться заводить подобных рептилий. На протяжении 10-13 лет она станет вам хорошим другом и компаньоном.